Всем салам! Сегодня у нас будет такой обзор. Мы поедем в японский автосалон, покупаем автомобили и затюнингуем их на максимум. А что мы купим, смотрите далее. Вообще, сама суть покупки автомобилей и тюнинных, прикол в том, что мне нужно записывать шорцы. Шорцы, как вы могли видеть, у меня сейчас Need for Speed. Да, залетают, но хотелось бы что-нибудь поразнообразить и спокойно покататься по родному Лос-Антосу, ну или Лос-Вентурасу, кому как угодно. Но у меня нету ни... ну есть японские автомобили, но их не так много, а русские автомобили в принципе и не заходят. В принципе, моя любовь только лишь к Волгам и к Газелям, больше не к чему. В банке клана у меня 50 тысяч, давайте снимем краски эти 50. Не, у меня 250, но снимем 50 и посмотрим, что можно тут купить. Вообще, из всего, что мне хотелось бы приобрести, это Nissan Silvia S13, так что покупаем его за игровую валюту. Стоит он всего-то 9000, так что, в принципе, нормально. NHR, кстати, номерок-то, в принципе, нормальный, 33223. И покупаем, ну, что не такое уж дорогое, BRZ, ну, это такое, Skyline мне не хочется брать, Mark 2, Chaser, давайте купим Mark. Приобретаем Mark. Или морковник, как ему удобно. И купим еще его брата Чайзер. И еще что-нибудь подешевле, но... раньше была SX 240, но ее сейчас нет. Так что и его как бы хочется купить, но как бы и не хочется. Ну, не знаю. Ну, 9000 стоит. Можно купить импрезу, в принципе, которая прикольно выглядит. Давайте купим его. А вообще, покупка вот этих автомобилей мне довольно-таки сильно принесла разные эмоции. Это сейчас не слышно, но независимо от этого мне понравилось, потому как сами японцы более-менее мне знакомы в привычном того смысле. Дрифтить я на них не дрифтил, но я на них спокойно ездил. В те мои далекие времена, когда я только зашел на... Вообще, решение было сделать ее белой, вышло более-менее прикольно. Диски подходят. Задние чуть меньше и как раз-таки чуть под наклоном, потому что он не ставился в арку и постоянно выходил. Но, несмотря на это, я мог, конечно, сделать больше раму, но, не знаю, все-таки что-то не то, как по мне было бы видно. Тонировка, все черно-белое, как я и люблю. Наконец-таки, следующая по очереди, это у нас будет Сильвия. Или же Слива. Пятнашка, в общем. Да. Японская пятнашка. Would you?
да, ребят, как из... Да. Как и с чайзером было сделано решение покрасить в белый цвет и сделать его более-менее как-то походящимся на хоть что-нибудь. Я сделал более-менее красивый автомобиль, по моему мнению. И мне он нравится, таким, какой он есть. Он белый, без вычурности, нет большого, громоздкого, прям... В общем, непихуемого спойлера, который мне не нравится. У меня было много раз сильвач, но такого вида не было ни разу. И поэтому я, в принципе, доволен своим решением сделки. Ну, сейчас, кстати, было поставлено более-менее большие диски, потому что она более-менее как-то вот с фандерами. И то есть они на ней смотрятся. Правда, есть некоторые косяки в поворотах, но я думаю, я ее просто завышу чуть-чуть и все. В общем, вот и результат моей работы. Да, два автомобиля из купленных четырех, которые я затюнинговал за эти моменты. И пока я раскручиваю все свои кости, вы можете посмотреть их в той перемотке, которую я сделал после всей моей структуры и всего, что я понаделал.